News Time. Дорогие друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев, вы смотрите News Time. И прямо сейчас о самых интересных событиях в шоу-бизнесе. News Time. Конфликт Гуфа и Птахи завершился рэп-баттлом. По сообщениям прессы, в поединке бывших участников группы «Центр» победил Гуф, а приз за победу составил 3 миллиона рублей. News Time. Песни Боба Марли станут основой мультфильма. Созданием проекта намерены заняться крупные кинокорпорации. Одним из сценаристов стала дочь певца. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем News Time. И прямо по курсу сюжет дня. News Time. Состоялся один из самых неожиданных дуэтов. Легендарный Стинг спелся с регги-певцом Шегги. Отгремев 17 лет назад с хитом «Angel», ямайский певец регулярно выпускал альбомы, но с широких радаров все же пропал. Когда твой лейбл зарабатывает на тебе 100 миллионов долларов, то люди начинают тобой интересоваться и говорить, что ты должен сделать. После этого ты не вернешь себе творческую свободу. Спустя время, когда все успокоилось, я вернулся к жанру дэнс-холл. И тем самым заинтересовал Стинга. В апреле выйдет совместный альбом звезд. Как вы встретили друг друга? На сайте знакомств. На самом деле Шегги сначала принес мне песню, и мы ее выпустили. Потом мы записали еще одну композицию, и еще. В итоге получился альбом. В общем, Стинг молодится и не боится экспериментов, а у старины Шегги появилась возможность вновь хорошенько заявить о себе. News Time. Друзья, на этом все. Об остальных событиях шоу-бизнеса в следующем выпуске News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.